На Северном Кавказе украли электричество на 500 000 000 рублей. Лидером похищения стал Дагестан. С начала года здесь зафиксировали 957 случаев энерговоровства на сумму около 500 миллионов рублей. Как отметили в компании Россети, размер ущерба из-за воровства электроэнергии в этом году на 118 миллионов рублей выше, чем за тот же период в прошлом году. Проблема, как объясняют специалисты, не только в убытках. Из-за нарушителей происходят перепады напряжения в сети, которые приводят к сбоям у добросовестных абонентов. Иногда даже к авариям и несчастным случаям.